КФУ есть много молодежных движений, которые охватывают различные направления. Одним из популярнейших признаны студенческие трудовые отряды. Их цель не только получить первый заработок, но и научиться чему-то новому, раскрыть свой энтузиазм, найти себя в новом деле. Специфика работы в трудовых отрядах позволяет окунуться в романтику железных дорог, примерив на себя роль проводника. Многие совмещают приятное с полезным, работая в детских лагерях. А кому-то удается найти себя в строительных, геологических, сервисных и сельскохозяйственных профессиях. Активисты данного молодежного движения на этом не останавливаются и дают старт встречам в диалоге с ректором. Первым, кто провел встречу с активом движения, стал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Спокойно с вами обсудим те вопросы, которые вас интересуют. Значит, и посмотрим, что ректорское сообщество может сделать в поддержку вашего движения, нашего движения, поскольку мы все свои отрядности из стройотрядов вышли. Для работы в стройотрядах мы рассматривали не просто как какую-то почетную работу, а рассматривали как возможность заработать ресурсы, которые мы какое-то время покрывали наши расходы, особенно в период обучения. Данное молодежное направление продолжает развиваться и становится все более популярным среди молодежи. Те, кто не первый год посвящают себя труду, не понаслышке знают, почему воспитание современной молодежи является одним из приоритетов государственной молодежной политики в Республике Татарстан. Это, безусловно, очень полезное мероприятие именно для бойцов студенческих трудовых отрядов. Они смогут почувствовать важность своей работы, то, что они делают, и, естественно, это положительно скажется на дальнейшей их работе. Можно с уверенностью сказать, что подобные встречи станут положительным позиционированием человека труда. Планируется, что следом эстафету примут ректора Казанского государственного энергетического университета, медицинского университета, архитектурно-строительного и другие. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.